Здравствуйте. Сегодня хочу показать, как упакована посылка. Я получила посылку, я живу в Одессе. Посылка пришла в Кременчуг. Посмотрим, как ее упаковала девочка. В коробку от обуви. Посылка не болтается. В посылке находятся пеларгонии. А написали как сувениры. Хорошо, потому что на складе Новой почте не принимают цветы. Для того, чтобы открыть посылку, нужно срезать скотч. Скотч по кругу. Она вот запаковала скотчем вокруг. Вот все. Теперь открываем посылку. Что же там? Какой сюрприз меня ждет? Сейчас мы с вами увидим. Ничего себе! Положили сено. Никогда не видела, чтобы посылку упаковывали сеном. Наверное, как дополнительное утепление. Интересно. Такого я еще не видела. Пеларгонии. Как доехали мои пеларгонии? Упакованы в бумагу, в газету. Сверху тоже скотчем, чтобы они не раскрылась газета по дороге, она не собирается раскрываться. А в серединке маленькая пеларгошечка. Сейчас мы до нее доберемся. Это плющелистная должна быть пеларгония. У меня другие сорта, а такого сорта у меня не было. Поэтому я люблю обновлять свои сорта. Посмотрим, как упаковано. Вот как оно. White. Белая, по идее, пеларгония. Ну, посмотрим. Смотрите. Растение в хорошем состоянии. Листочки не повели. Даже есть цветочек. Корни. Корни виднеются. Вот. То есть пеларгония в нормальном состоянии. Сейчас еще нужно снять скотч. И достать туалетную бумагу для того, чтобы не высыпала земля. Ее упаковали еще, трамбовали туалетной бумагой. Очень хорошо. И написано сорт, потому что, ну как я могла знать? Так по памяти, что она мне скажет, догадаться по цвету. А когда написан сорт, это всегда намного лучше, чем догадываться. Земли в горшочке меньше пол горшочка. Земля полусухая. Здесь торф. Вот шарики пенопласта. И растение неплохо себя чувствует. Вот одно растение я упаковала. На растении вот какие-то точечки. Я еще не знаю, его нужно поставить на карантин. От моих растений немного подальше. Но цветочек я увижу. Цветочек вот есть. Растение, значит, крепкое. Но в сене я первый раз получаю такие, ну, цветы. Никогда не получала в сене. У меня аж удивление какое-то. Интересно. Сейчас посмотрим, какой второй цветочек мне прислали. То была плющелистная пеларгония. Ну, то есть ампельная. Я их очень люблю. Они летом как расцветут. Красотища. Я вам в конце видео покажу, какие мои плющелистные расцвели. Ну, они уже заканчивают цветение, так как сегодня уже ноябрь месяц, 19 число. Опа, вторая. Вторая. Тоже неплохая. Неплохая на вид пеларгошечка. Тоже плющелистная. Плющелистная пеларгошечка. Сорт Red Sibyl. Ага. У меня есть не Red, а Blue Sibyl. Это голубая. И есть у меня розовая. Pink Sibyl. А Red у меня не было.
Это розобудная, пеларгония, ампельная, очень красивая. Ладно, потом распакую. Дальше посмотрю следующую пеларгошечку. Я немножко по-другому упаковываю свои пеларгонии. Тоже газеткой стараюсь, так как газетка очень хорошо защищает от перепадов температуры. А сено я вообще-то вижу первый раз, что упаковывают сено. Но мне очень приятно и интересно. О, какая большая, посмотрите. Ой, я ее чуть не проткнула насквозь. Здесь аж две посажены. Ой, какая прелесть, манюсенькая. Посмотрите, какой листочек. Ой, он баригатный, еще прожилочки видно. Жалко, что она его сломала. Очень жалко, посмотрите. Какой сказочный. Ой, такой у меня еще никогда не было. Это какое-то название, вот смотрите, какое. Кросс-о-пай. Не было у меня такой еще пеларгошечки с такими листочками. Вот какая сказочная. Корешочек есть. Здорово, не один. Ой, она мне будет расти. Ура, ура, ура. Как я хотела такую пеларгошечку. Как она цветет, я не знаю, но у нее сильно красивый листочек. Смотрите, какой. Как нарисованный, как ногти вроде бы разукрасили лаком. Замечательный цветочек. Ну, жалко очень этого листочка, что он поломался. Очень жалко. Посмотрите, какой сказочный рисуночек. Ой, такой у меня точно не было. Прелесть, я очень рада. И последнюю пеларгошечку посмотрим, что это такое за чудо 20 века, 21-го, извините. Я еще, наверное, в 20 веке живу, потому что родилась до 2000 года. Так, смотрим, газеты не пожалели. Тоже плющелисточка. Сказочная. О, Вива Каролина. Вот смотрите. Видите? Вива Каролина. Это, по идее, должна быть крупная орхидейка. Когда зацветет, я вам обязательно все покажу расцветочки. Я не могу упустить этот шанс, чтобы вы видели малышек, каких я получила. И как они расцветают. Я с вами обязательно поделюсь этими впечатлениями. И какой у них цветочек. Какой у них размер цветочка. И как они будут развиваться. А летом, конечно, будет летнее цветение неотразимое. Я их выношу на улицу. Не бойтесь на улицу выносить. На улице растения даже лучше растут и развиваются, чем в помещении, как вы будете за ними ухаживать с удобрением, бегать вокруг них, опрыскивать, ну, короче, возиться. А на улице этого всего делать не нужно. Полили, дождь прошел, вот вам и все удобрение. Посмотрите, какое замечательное растение. Вива Каролина. Я очень благодарна той девочке, которая переслала мне эти растения. Она упаковала суперски растения. Растения у нее качественные. Посмотрите, какие. Я не знаю, какой цвет будет, правда. Но по вот этому красивому листу я сразу вижу, что это сортовые пеларгошечки. Потому что такой пеларгошечки у нас в магазинах не встретишь. Плющелистная, еще с таким красивым расцветом, разводами такими шикарными. А сейчас я вам покажу свои пеларгошечки, которые цветут. Это мои пеларгонии были на улице, мы живем в частном доме. Я занесла вот, и они еще до сих пор продолжают цвести. Это Блюси Билл. Это розобудная, но она распускается. Сильно распускается цветочек до конца. Ну, посмотрите, какой цвет. Голубоватый такой. Красивый. Не розовый именно,
а голубоватый. Может быть, камера немножко не передает, но когда он, этот цветок, расцветает полностью, это такое сказочное зрелище. Здесь у меня королевская пеларгония. Она только сбросила вот цветочек, отцвела. Ну, уже на зимнее хранение их занесла. Поэтому я и обрезала, и попасынковала, и немного почеренковала. А здесь у меня бордовая пеларгония вот цветет, как розочка. Видите, набитая, набитая. Она тоже, когда вся расцветает, это очень красивое зрелище. Во-первых, шапки большие получаются. Посмотрите, какой красивый цвет. Замечательный. Это цветочки осыпались, но так как из уличных условий я их занесла в дом, и они немного осыпались. Это у меня фуксия. Тоже, видите, желтый листочек стал резко в тепло. Я их только 2 дня назад занесла, так как у нас в Одессе еще тепло. И красная пеларгония вот у меня есть, тоже набитая, розыбудная. Очень красивая. Вот смотрите, красный цвет и бордовый цвет. Их можно посадить в один горшок, и будет очень красиво смотреться. Если даже 3 вида посадить, замечательно смотрится. Фуксия — это очень красивая, как балеринка. Вот так я вам покажу немножко цвет. Видите, какой цвет красивый? Набитая, набитая. Она поднимает свои лепесточки, а юбочка внутри такая пушистая, пушистая, как юбка балерин. И такое красивое зрелище. У нее бутончиков много очень. Вот она уже должна сбрасывать листочки и переходить на зимовку. Но на ней еще очень много бутонов. Но ее очень любит белокрылка. Вот видите, как бороться с белокрылкой? Спрашивайте, отвечу вам. Сниму видео, чем я обрабатываю свои растения. И как я с ними борюсь. А сегодня у нас было видео про пеларгонии. Как я распаковала пеларгонии, которые получилось издалека. И какие сорта, когда зацветут, я вам покажу, какие сорта я получила. Спасибо всем за внимание. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. Всем вам хорошего цветения. До свидания.